Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать об одной очень важной и уникальной подкормке. Все вы знаете, как важно вовремя подкармливать томаты и перцы, чтобы получить как можно больше урожая. Эта подкормка влияет на рост растений, урожайность, а также позволяет накапливать в плодах как можно больше сахара. От этого томаты и перец станет намного вкуснее и слаще. Также эта подкормка позволяет увеличивать скорость созревания плодов, и урожай вы сможете собрать уже намного раньше, на 1-2 недели. Я эту подкормку стараюсь носить один раз в неделю. Поливаю ей, как перцы, обратить внимание, насколько хорошо они растут, насколько хорошо они плодоносят. Также поливаю томаты. Эта подкормка очень эффективная и 100% рабочая. Итак, не буду вас томить, это английская соль, соль Эпсона, так ее называют. Ее можно купить в аптеке, в любом собственном магазине. Это чистый сульфат магния, без каких-либо удобрений лишних, чистый сульфат магния. Многие считают, что сульфат магния нельзя в чистом виде купить, но знаете, это английская соль. На самом деле, английскую соль стали использовать европейские агрономы. Они ввели это удобрение, потому что пробовали его много-много раз и заметили, что именно английская соль влияет на образование сахара в плодах, и плоды становятся намного слаще, а также кусты, перцы и томатов растут намного быстрее. А нам надо всего 1 столовую ложку на 10 литров воды, добавляете леечку, хорошо размешиваете. Сульфат магния ускоряет рост томатов и перцев, повышает урожайность и улучшает вкус плодов, делает их более слаще, так как влияет на образование крахмала и сахара в плодах. Магний входит в состав хлорофилла, который участвует в фотосинтезе, что способствует правильному развитию растений. Кроме того, магний помогает усваивать лучше фосфор и кальций из почвы, а это влияет на формирование завязи и образование вершинной гнили. Как нам понять, что растению не хватает магния? Если вы замечаете, что начинают желтеть нижние листья, появляются бурые или желтые пятна на листьях, край листа буреет, появляется мраморный рисунок на листьях, растение задерживается в росте, появляются мелкие бутоны, плохо и долго созревают плоды. Все это недостаток магния. То есть пора ваши растения, томаты, перцы подкормить, если вы замечаете такие признаки. Такую подкормку можно делать один раз в неделю. Такая подкормка считается не вредной и полезной. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Всегда с вами Елена.